Начался сезон зимней рыбалки. Настало время заготавливать живца. Погода сейчас сырая, грязная, осень. На машине нет возможности подъехать к пруду, поэтому поедем на мотоцикле. А дороги предстоят вот такие. Всем привет! 2 декабря, суббота, открытие сезона зимней рыбалки 23-24. Льда как такового еще нет, поэтому рыбаков нет. Я на лыжах. Лед местами вообще пешней пробивается без нагрузки с первого удара. Ночью расставил жерлицы на пробу, 8 штук. С утра пришел, сейчас время 8:30 примерно. Вот вижу, одна сработка есть. Так, видно, рывочек был, леска чуть-чуть кольцами пошла, но не размотала. Да нет, там ничего нет, живечек только. В этом году я решил попробовать одинарные крючки. Нет, поклевки не было, живец сорвал. Сейчас нужно все жерлицы проверить, протереть леску, если она грязная, посмотреть живца, может быть, он уже умер, заменить, если потребуется. И попробуем половить на корюлю. Достаем чудо-камеру. Идем смотреть рыбу. Плотвичка плавает. Но мотыля я еще не покупал. Тут плотва вообще мелкая, но тоже много, он везде плавает. И вот тут где-то даже окунек стоит, вот он, полосатый. 2-3 окуня. Вон, еще окуни. Вот тут окуней много. Вот сейчас мы берем корюлю и пробуем тут ловить. Вроде бы раздразнил окуня, сейчас было 2 поклевочки. Но не засек. Ну, видимо, мелкий он сильно. Ага, вот он. Вот он первый в этом сезоне. Ну да, небольшой. Ну, красивый. Вот еще один сразу же. Ага, как нежно взял, а? Придавил. Чисто бородой придавил. Без удара. О, крупнее уже.
Вот это уже нормальный такой окунечек. Плотва мелкая, прям косяками ходит. Просто охренеть, сколько плотвы. Был бы с собой мотыль, можно бы сейчас на живца было наловить. В общем, камера разрядилась, время у меня ограничено, мне сейчас нужно в Донков ехать. Часа за полтора, максимум два, вот такой улов. Окунь есть достаточно крупный для наших мест. Рыбалка обалденная. Ну, мало снимал, потому что времени у меня мало было на рыбалку. Воскресенье, 3 декабря. Сегодня погода пасмурная, снежная. Метель такая небольшая. На жерлицах поклевок нет вообще. 8 штук оставлял в ночь. Ни один флажок не поднят. Сейчас будем пробовать ловить окуня. На корюлю. Если он будет ловиться так же, как вчера, это будет замечательно. Сегодня я временем располагаю, можно целый день провести на рыбалке. С окушком дело идет повеселее. Вот сейчас нашел лунку, два уже поймал. Вот такой улов получился во второй день. Погода холодная, сырая, дождь шел, снег, град, все подряд. Поэтому мало снимал, камера быстро разрядилась. В такую сырую погоду руки замерзают, поэтому кадров отснять удалось мало.